Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». В четверг в Самарской области облачно, осадки маловероятны, жара пока не отступает, плюс 32, плюс 35 днем, ночью 22-24 градуса выше 0. Ветер восточный, северо-восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурно, днем плюс 32, ночью 24 выше 0, восточный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти облачно, днем плюс 33, ночью плюс 24 градуса, ветер восточный 2 метра в секунду. В Самаре небо в облаках, без осадков, плюс 32 градуса в дневное время, ночью плюс 23, ветер северо-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 34%, температура воды в реке Волга 25 градусов, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.